самое, масло менять. Ну, я не знаю, я уже отсюда видео записывал. Правда, в прошлом году я не выложил, мы с Катериной приезжали. Но, может, выложу его, потом поищу. Вот. И как раз я здесь показывал, как вот тут вот мою машину делали. То есть, вон они. Кстати, здесь я вот в прошлый раз заметил, у них инструменты DeWalt используются. Но я не знаю, все или не все, но много DeWalt вот на Honda, на этих сервис-центрах. В общем, здесь как бы, ну, если вы хотите, у них здесь бесплатный шаттл, то есть микроавтобус, на котором они вас возят, куда вам надо. То есть, когда сервис долго занимает, вот когда мне там меняли подушки там или что-то, то есть они отвозят тебя там куда скажешь, вот, на работу, там с работы, и забирают, потом обратно привозят. Это все бесплатно. И неважно, какой там сервис вы делаете, плюс бесплатная мойка здесь входит тоже в каждый сервис. Вот. Внутри есть зал ожидания, вот здесь можете ждать. То есть здесь есть аквариум вон с пираньями, бесплатная еда, ну здесь такая простейшая, печенье, там кексы, естественно, кофе, ну какое хотите, вон любой выбор, плюс если хотите такое обычное, вон оно, чай, вот эта вся фигня. Вот здесь как бы автоматы, но здесь уже покупать надо. Вот я в прошлый раз здесь какие-то чипсы тут Катерине купил. Воду можно купить, вот, ну, вот так вот, и здесь можно сидеть, туалет, естественно, есть, лифт, но это только для персонала. Вот еще один аквариум, вот здесь небольшую область для детей, я помню, была, да, вот тут, короче, есть только лего и телек, там можно, если вы хотите посмотреть, вот, детские фильмы, вам там включат. Можно детей, чтобы они не кричали, здесь какое-то кино посадить, смотреть и делать это лего. А вон награда президента, то есть лучший как бы дилершип 2017 года получается, ну прошлого. Вот. А здесь, ну как бы мы здесь уже делали обзор, здесь короче запчасти можно сразу купить, то есть вот тут. А, но в основном здесь на заказ, вот, то есть в наличии здесь то, что постоянно нужно, то есть масла, там всякие тормозные жидкости, вот это вся фигня. Вот. Свечи тоже вон хондовские, тормозные колодки, фильтра, ремни. То есть то, что всем надо, то здесь можете купить. Если что-то специфическое, то заказывайте, вам привозят. И потом здесь забираете. Короче, вон то, что я не знаю, наверное, что-то типа аптечки. Шапки, Honda, какие-то, короче, сувениры. Здесь, короче, ресепшн, там, где люди сидят. Ну, там рентал. То есть, вот там вон машины. Вы, если, к примеру, у вас ремонт сложный, несколько дней занимает, да? Или бывает такое, знаете, когда у вас серьезная поломка, то здесь по закону они вам не разрешат на этой машине ехать, даже если там... Ну, вы не хотите ремонтировать, вот, то есть тогда вы можете взять вот здесь в аренду, но это не прокат машин, а это именно прокат только для тех, кто как бы здесь ремонтируется, вот. Там, по-моему, $20 в день, да, Civic, вот, мне тогда на 2 месяца давали бесплатно, вот, потому что ремонт был по реколу, то есть по вине производителя, а не по моей. Поэтому на 2 месяца мне Civic тогда новый давали бесплатно. Вот здесь я брал. Потом здесь же и возвращаешь. Вот здесь есть компьютер, где-то можно информацию по... Ну вот видите, всем машинам посмотреть. Аккорд, Civic, купешка, весы. Вот. Короче, ладно, сейчас попробую там походить, вам машины показать. Вот. Здесь внутри мы все посмотрели. Ну, в общем, здесь как бы стоят несколько... Ну, здесь небольшой внутри салон. То есть вот это вот и все. Вот 5 машин тут стоит. То есть, ну, в принципе, у Honda-то и немного этих машин. Остальные там на улице стоят. Посмотрим. То есть походим потом там. В общем, давайте посмотрим с самого начала, чего здесь начинается. То есть вот, как всегда, машина года... Honda Accord. Кстати, сейчас пожизненная гарантия абсолютно на все машины, которые вы здесь покупаете, хоть в лиз покупаете, хоть, ну, то есть как в лиз, к примеру, тоже вот часто спрашивают, что такое лиз. К примеру, вот видите, 2018 года Accord LX лиз спешил. То есть здесь получается как, вы вносите определенную сумму
Значит, здесь первая плата, лицензия 150, оформление документов, налог. Короче, все вместе, просто чтобы вам не дурили голову, здесь уже написано 4470. Ну, грубо говоря, 4,5. Вы просто заплатили, все, машину вам отдают. И платите каждый месяц 199. Все. То есть платите 36 месяцев. То есть 36 месяцев, сами можете посчитать, это около 7200 вы заплатите. 7200. Так, плюс вот это вот 4500, это где-то 11500. И в конце вы можете или машину вернуть, больше вы ничего не должны, если она там не поцарапанная, не битая, вы ее просто отдаете и свободно. Если вы хотите ее оставить себе, то вы выплачиваете вот эту сумму, 14676. То есть через 3 года, через 36 месяцев вы можете ее себе выкупить за 14600. Вот, значит, 18533, это, естественно, не ее цена, а это как бы цена на 2016. То есть для примера вам написано, по какой цене трехлетнюю машину вы сможете продать. То есть если вы ее заберете за 15, вы, возможно, сможете продать за 18. Вот. Но это как бы только estimate. То есть $200, вот, это полностью, то есть стоит та машинка, которую можно будет брать. То есть тут есть здоровый экран, сиденье не кожа, но какой-то новый материал. Но это полностью новый Accord. То есть 2018, это полностью новое поколение. Ее цена, получается, со всеми делами, вот, 23570. И то есть, если вы вот это вот посчитаете, то, что я вам говорил, 11500 и 14600. 25, короче, 600 получается, а так она стоит 23500. Ну, я не знаю, может быть здесь что... А, нет, видите, я вам вру, 24500. Короче, здесь разница в 1000, но разницы не должно быть. Вот, 25760, о чем я вам говорю, вот целая цена. То есть здесь получается просто к заводской цене, то есть цена завода получается 23, вот это вот. Сюда добавляется, получается, еще молдинг руля или колес. Что такое wheel? Wheel well. А, wheel well — это вот эта вот хрень. То есть, видите, вот этот пластик. Он в стандартный не входит. То есть, здесь вам его установили. За это взяли $200. Дуреч. Вот этот пластик, видите, стоит. Stripes. Вот эти вот полосы. Стоит $200, у меня на машине такие же заводские, вот. И пульс 149, а что такое пульс? Вот я, честно говоря, не знаю, поэтому не буду врать, что такое пульс. Первый раз такое вижу. А, вот. Ага, то есть пульс — это какая-то новая система защиты от заднего столкновения, чтобы тебе никто в зад не въехал. То есть вот это вот, наверное, здесь оно. То есть, наверное, какой-то сенсор, когда машина близко подъезжает, оно, наверное, и как-то будет там мигать или что-то такое. Ну, о чем я вам говорю, вот, 2018 машина года. Это, значит, был Accord. Кроме Accord у нас имеется Civic. Ну, Civic, в принципе, нечего смотреть, у него поменялся только год, больше ничего не изменилось. Про этот Civic уже миллион-миллион информации в интернете. То есть это безбашенная абсолютно машина. 158 лошадиных сил. Комплектация здесь уже, ну, высокая, то есть с большим экраном. Сиденья крутые. Ну, то есть машина бомба. Ну, про нее мы уже 1000 раз говорили. Я вам ее в каких-то других видах видео показывал. Здесь примерно цены соизмеримые. То есть сами смотрите. 3750 сразу, 189 в месяц. И за 13 потом можете выкупить. То есть, ну... То есть кому что нравится. Я так особо разницы не вижу. Ну, то есть то большой седан, то маленький седан. А так, видите, по цене разница абсолютно небольшая. То есть та стоит 25 тысяч, та 23. 2 тысячи всего разница. Вот эта вот машинка, которую я очень хочу, я вам говорил. Но она, понимаете, новая. Она первая модель выпущена только в 2015. Поэтому как бы их ни бушных пока нету, ни на аукционах. И как бы не знаю. Может быть, ну, новую я-то вряд ли куплю.
Ну, вот такую я бы хотел. То есть здесь видите, какое, можно в лист, в принципе, взять. Что, я бы 200 бы в месяц платил бы. Но в итоге все равно как бы дорого получу. То есть, видите, цена примерно как у Цивика, на 10 долларов дороже. То есть такая же сумма изначальная, 3750. А потом 199 в месяц, а в итоге потом 13 можете ее выкупить себе обратно. ДБС цены здесь не указано, ну, потому что, как я вам говорю, их и не особо-то много еще пока продается. Потому что только в этом году, если кто брал в лист первое поколение, ну, это и есть первое, я имею в виду первый год выпуска, то, возможно, в этом году их только будут возвращать. Вот. Ну, короче, 22 645 она стоит. Но это полноприводная LX. То есть простая модель, но полный привод. Ну, это, короче, как бы она для примера. Тут стоит машина офигенная. То есть это сделано как бы на базе Фита. Но тоже есть видео с этого самого, с этого автошоу. Там я вам ее показывал. Короче, кроме этого, здесь стоит CRV, конечно. Ну, вот это, которую коровка называют. Самая популярная. И пилот. Вот. То же самое. Там такие же предложения примерно по лизу и по покупки, поэтому здесь париться не будем. Сейчас пойдем на улицу, посмотрим, если там что-то интересное. Вот здесь, кстати, история этих самых. Хонд, то есть вон инсайд гибрид. То есть первый гибрид хондовский был сделан в 1999, они до сих пор ездят по дорогам. Это охренительная просто машина в алюминиевом кузове, у него кузов полностью из алюминия. Вот, то есть это вот та машина, что у меня, это получается как бы продолжение вот этой. Она тоже двухдверная, тоже с ручкой, тоже гибрид, в общем. Ну, только она такая вообще смешная, космическая по форме. Вот. Ну, Civic, машина года 2016. Это Clarity Fuel Cell, то есть гидрогенная машина. Вот она тоже. Первый аккорд в 76 году был сделан, это когда я родился как раз. То есть, понимаете, это не случайность. И Honda 69-го. Первая машина, которая была продана в Америке из Honda. Офигенная машина Odyssey минивэн. Вот. Ну и Ridge Line — это вообще бомба. Но здесь видите, минивэн, а этот Ridge Line стоят. Ну и про мотоциклы там вообще длинная история. То есть здесь так бы немного истории. Сейчас посмотрим, что тут на улице.